непривычно. Всем привет. Змеи ездят, друзья мои. Поставить цветочки. Путешественница. Решили выпить кофейку. Ну как у нас проходит праздник? На отношениями в семье нужно работать. До встречи. Доброе утро, друзья мои. С вами я, Светлана Ата. Привет из солнечного Мерсина. Пару дней меня не было на набережной. Какое-то празднество будет, наверное, у нас. Или было вчера. Так заработалось, что все пропустила. И муж вчера ничего не сказал, но он не попал на набережную с другом. В гости попал. Вышел на набережную, попал в гости. Море сегодня такое замечательное. Я задержалась, вышла вроде бы рано. 8:20. Увидела дерево дуто. И сразу возле него задержалась. Наелась дуто. Он купил на базаре. 15 лир. Вот эта вот корзиночка стоит. Небольшая пластмассовая такая коробочка. Но вкуса у нее нету совсем, свежести. И вот сколько дней она как-то душа к ней не лежит. Тут нужно кушать свежим. Еще у нас там есть в одном месте. Надо завтра туда сбегать. Это точно. Завтра сбегать и там покушать. Он не красного, а такого зеленого, кажется, и желтого цвета, и белого. Покажу вам обязательно тоже дутик. В том году я съела все дерево. Ну, это же витамины. Так что я пошла на набережную заниматься не бегом, а ходьбой. А вам желаю прекрасного дня и хорошего настроения, несмотря ни на что. Давно наблюдаю за этой парой. Какая милота! Какая милота! Всегда их вижу утром на море. Представляю себя и мужа. Им, наверное, лет под 70. Дай Бог, чтобы все так было, как я представляю. Я посмотрела сейчас. Такой красивый парк. Набережная. Цветочки цветут. Там возле ЗАГСа флажки повесили. Чистота такая. Не к чему придраться. Уже с утра тут намыли все. Обалдеть. Фонтанчики с утра. Травку поливают. Клумбы поливают. Вот так вот с утра здесь работает. В 7 утра, наверное, на работу выходят люди. Как классно, друзья! Такое испытывал удовольствие. Просто это красиво, красиво. Просто это необъяснимо красиво. Скажите, что это некрасиво. Скажите, что это некрасиво. В Батуми тоже такой парк красивый. Боже, природа какая красивая. Мои дорогие зрители. Я наступила в лужу. Засмотрелась красотой. Я смотрю, что в этом году Мерия о нас хорошо позаботилась. Сколько будет зонтиков много. А также вот установила туалет. Капитальный. Ух ты, друзья, если бы не этот мужчина, пошла бы посмотрела, как там. С одной стороны, это хорошо был душ здесь, да? Раз обмылся и все. Но все, что идет, идет к лучшему. Спасибо Мерии, Вселенной, Богу. За этот райский уголок. Видно, очень серьезно готовится. Много здесь будет всего интересного. Молодцы, молодцы.
Дута нету. Я успела тогда его покушать. А больше нету. Лимончики. А вот видите, молоденький дут. Молоденькие листики его сорвали тогда. Ничего нету. Пошла я до дома, до хаты. Какие розы красивые. Смотрите. Какие розы красивые. Чтобы меня не поругали. Никого нет, надо бежать. А вот и я появилась собственной персоной. Отправила мужа во свояси на набережную. И сейчас буду сама ужинать. И успела его покормить. Почему я так запыхалась? Потому что я, были у меня дела свои. И тут я вышла половине шестого я вышла. И знаю, что он уходит в 6, и я говорю, меню такое, ты хочешь, говорю, яйла суп, он мне помог горошек почистить. Он говорит, горошек, я говорю, слушай, вчера ты кушал фасоль, ее не доел, потому что тебе нужно, может, макароны, ты, говорю, давно не ел. Я как раз тут смотрела, перебирала шкафы, у меня моль появилась, летает, и наконец-то я нашла время до этого. И увидела очень много макарон, думаю, давно он не кушал. Быстренько можно что-нибудь такое приготовить ему. И ему это меню понравилось. Он говорит, безелье, говорю, горошек я завтра сделаю. Окей. И я как завелась на кухню, у меня было 45 минут, чтобы я приготовила яйла чорба. Это йогурт, яичный суп и рисовый. Я объяснила, что там уходит. И макароны творила, и себе похлебку, такую похлебку, что мой муж, когда на нее посмотрел, сказал, что я такое не хочу, аж им приятного аппетита. Я вам покажу сейчас, что я себе приготовила. Придумываю что-то, какие-то супы из того, что есть дома. И, кстати, мы только недавно отоварились на базаре, поэтому у нас все овощи есть. Да-да-да-да. Вот смотрите, что самое главное в этом супе. Это сливочное масло. Можете добавить и растительное тоже, если у вас нету, а можно и все вместе. И мята. Мой муж не любит мяту, но в этом супе он ее кушает. А так ничего. Красный перец, черный перец и все. А вот это моя похлебка. Друзья мои, вот я сейчас вам скажу, что сюда входит. Сначала я хотела цветную капусту приготовить, борщ такой, как щи, с мерджимиком, с красной чечевицей. Естественно, рис мне нельзя, так макароны нельзя. Потом мне пришла идея добавить горошек. Потом мне пришла идея добавить кабачок, ну, естественно, лук и морковь и там начать. И вот получилась такая вкуснятина, сейчас я иду ее кушать. Ну, а так выглядит мой суп на тарелке. Сейчас буду кушать его. Вот сыр, вот зелень. Не хотелось сегодня возиться с салатом. Ну, не всегда хочется салат. И вот обнаружила я моль. Знаете где? В ромашке. Я вот не знаю, выбросить ее. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, выбросить ее или нет, или вот так вот на солнышке просушить. И я смотрю, что что-то на стенках риса, баночки, начали появляться паутинки. Поэтому пока сюда разложила. Можно его, в принципе, и в духовке прогреть, все умрет, не так ли? В общем, пишите свои советы, воспользуюсь обязательно. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.